дело засняли на прогулке с гражданской женой. С февраля этого года ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев был замечен в компании блондинки, в которой папарацци, сделавшие снимок в Большом театре, узнали бизнесвумен Екатерину Тулупову. В соцсетях появились и другие свидетели. Тимур Батрутдинов обратился к российским девушкам, которые верят в слухи о его нетрадиционной ориентации. Говорят, что артист поэтому не женится, а участие в шоу «Холостяк», так же как его роман с Ольгой Бузовой, просто ради пиара. Думаю, этот дурацкий слух будет существовать, пока я не женюсь. Нет, я не гей. И не гомофоб. Мне все равно, кто с кем спит, рассказал Батрутдинов в интервью Алекс Копс ТВ. Королевский клуб определился с трансферной стоимостью Гарета Бейла. Реал Мадрид собирается продать вингера минимум за 222 миллиона евро, что равняется цене Неймара при переходе в ПСЖ в 2017, и скорее всего, это не случайно. Есть вероятность, что испанский клуб хочет продать Гарета Бейла и Криштиану Роналду, а на вырученные деньги купить Неймара. Вполне возможно, цена подскочила по причине дубля футболиста в финале Лиги Чемпионов, в котором он стал лучшим игроком. Спартак предложил контракт футболисту сборной Хорватии. Глушаков больше не нужен Массимо Каррери. Главный тренер Спартака лично заинтересован в том, чтобы Боделис Ферентино присоединился к Спартаку. В связи с этим руководство российской команды уже провело встречу с агентом футболиста и предложило игроку сборной Хорватии свои условия трудового договора. В это трансферное окно для «Зенита» наступила какая-то эпоха возвращения. Уже вернулся президент клуба Сергей Фурсенко, который был у руля клуба с 2005 по 2008 год. Вернули даже Константина Анисимова, знаменитый диктор стадиона. Ведутся активные переговоры с Халком и Денисовым. Ну а следующим игроком, которым Симак хочет укрепить команду, является Андрей Аршавин. И именно в качестве игрока, а не на какую-либо другую спортивную должность в клубе. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До новых встреч!